Доброго денечка, товарищи, с вами Беброс, танцующий титан, и сегодня просто невероятный день. Я пришел с работы, пошел на кроту, и знаете, что мне выпало с кроты? Оружие, которого не должно быть в игре, оружие, которое выйдет только в House of Wolves. Я его видел только на скринах пиратских, какие-то с Китая, которые присылали там, ну, на ютубе вы часто видели, скидывали уже, сливали оружие из House of Wolves, и мне выпал пистолет, которого не должно быть в игре. Это пистолет из House of Wolves. Давайте глянем быстро. Я просто в восторге. Да, он синий, но это ничего не значит. Это, в общем, Renegade MK55. Это должно выпасть с босса Валора. Это большой такой капитан в House of Wolves. В общем, это дроп с Валора. И он мне выпал уже сейчас. То есть атака, конечно, еще осталась прежней, но как после патча она должна будет подпрыгнуть до 370. И давайте пройдемся быстро по статам. Сразу же видно, что этот пистолет необычный. Да, у него маленький rate of fire. Да, дальность не такая большая. Стабильность так себе тоже. Перезарядка так себе. Но посмотрите на этот импакт. Плюс в магазине 5 патронов. И в это, особенность этого оружия, я его уже испытал, видите, у меня немного прокачано. Когда вы нажимаете курок, выстреливаются сразу же все 5 патронов. Я с этим убивал желтых найтов, то есть вообще напролет, бам, все вымирают. И также и в PvP, то есть я убивал по 5 человек сразу же. Я вот просто попробовал, у меня уже аж руки дрожат от восхищения. Я просто пришел сразу же записать, пока это не удалили с моего аккаунта или еще что-нибудь. Это просто офигенная пушка. Ну, давайте пройдемся по перкам, которые я еще прокачаю. Энергия, конечно, кинетическая, но это не так важно, потому что стреляет сразу же по 5 патронов. Прицелы тоже не сильно влияют, так что о них мы не будем сегодня говорить. Этот перк, Return to Sender, в общем, когда вы убиваете с этим оружием, к вам в магазин сразу же возвращаются патроны. И это офигенно, вы прикиньте, вы стреляете по 5 патронов, вы убиваете противника, и у вас уже в магазине опять 5 патронов. То есть, нажимая, не знаю, 5 курков, вы можете убить даже боссов на страйках, это просто невероятно. Нереально круто. Ну, давайте дальше. Атака, хрен с ним. Send it. В общем, увеличит расстояние и точность. Прикольный перк. Но вот этот. Armor Piercing Rounds. Короче, смысл в том, что патроны пробивают насквозь защиту. То есть, этого столпа мобов, вы нажимаете крок, уносит просто всю волну. То есть, даже с этим перком, плюс сама особенность оружия, вы можете выносить волну, ну, если не соврать, из 15 акалайтов. Нажимая просто один раз курок, и потому что вы убьете противника, вам в магазин придет еще больше патронов. Это, в общем, невероятная ОП-пушка. И тут дальше атака. Но давайте поговорим о дизайне. Дизайн, как видите, темно-синий. Это главный цвет будущего пэка, то есть House of Wolf. Это цвет будущего DLC, оружие все будет в синих тонах. Но вот посмотрите на этот изящный, как будто карбоновый дизайн. Такой темно-синий, как будто покрыт серебряной сеткой. Это прикольный вообще дизайн, то есть он изящный, он не какой-то там Vex Mythoclast или что там еще, не Red Dev, где они там даже не старались, а вот это просто нереальный дизайн. Тонко, изящно, Зайцев бы оценил. Хороший пистолет, хороший, да-да-да, хороший пистолет, мне очень нравится, как он говорил в своей передаче. Но я реально доволен дизайном, я реально доволен перками, и даже несмотря, что это синее оружие, оно делает урона гораздо больше, чем даже Хокмун или Red Death или Сурос, наверное, даже вместе взятые, потому что можно выстреливать целую обойму. Я даже не побоюсь сравнить этот пистолет с Гьялархорном, но не забывайте, что Гьялархорн — это ракетная установка, а это Hand Cannon. Это будет просто смерть всем и вся в PvP. Офигенное оружие, товарищи. Я даже вот как-то быстро все говорю, у меня вот прям голос дрожит, потому что я хочу пойти и дальше поиграть с этим оружием, докачать перки и потом вам рассказать. Просто сносит башню. Я только надеюсь, что меня не забанят за то, что, в принципе, я не виноват. Это ошибка Bungie, если мне этот пистолет выпал. Простите, пожалуйста, но пистолет нереально крут.
одно нажатие курка выносит просто по 20-25 монстров с одного нажатия. Плюс патроны сразу же возвращаются. Товарищи, да это коммунизм в оружии. Нереально круто. Спасибо за внимание, товарищи. До свидания, товарищи. Уга. 1 апреля.